Готовим торт «Графские развалины». Берем яичные белки, добавляем соль, хорошо взбиваем, вливаем лимонный сок, постепенно вводим сахар и взбиваем на максимальной скорости до густоты. Далее кондитерским мешком или ложкой выкладываем на пергаментную бумагу и выпекаем 1,5-2 часа. Безе готовы. Для крема берем жирные сливки, можно взять сливочное масло. Хорошо взбиваем, добавляем вареную сгущенку, хорошо перемешиваем, крем готов. Щедро смазываем дно безе кремом и выкладываем на тарелку. В самом конце украшаем растопленным темным шоколадом. Торт готов. Всем приятного аппетита! С вами была Дания.